У столичной молодежи экзамены почти позади, а вот у абитуриентов, проживающих в регионах нашей республики, они только начнутся, но с небольшими изменениями касательно даты их проведения. К сведению абитуриентов, во исполнение постановления главы государства о праздновании Курбан-Хаита и в связи с проведением Курбан-Хаита на местах на высоком уровне в соответствии с национальными и религиозными ценностями нашего народа, тестовые испытания, запланированные на 11 августа, переносятся на следующие даты. В Кашкадаринской области 12 августа, в Ферганской, Джизакской и Новоиской областях 13 августа, в Каракалпакстане, Андижанской, Хорезмской и Самаркандской областях они пройдут 14 августа, ну а в Бухарской области 15 августа. Время и место сдачи тестов, согласно пропускам абитуриентов, остаются без изменений.